Сегодня у эльфов день шуток! Я обожаю шутки. Я думаю, что они не такие уже смешные. Тебе надо поработать над чувством юмора, Холли. Ну же, Холли, давай веселиться! Да, сегодня вы будете учиться веселиться. Вперед! Ну, хорошо. С днем смеха и шуток. С днем смеха и шуток. Это весело. Паук. Это игрушечный паук. Папа каждый год им играется. Хо-хо-хо-хо-хо! Всех с праздником смеха! Мистер Эльф, я прошу прощения, принцесса Холли. Надеюсь, мы вас не очень напугали. Все хорошо, здесь так весело. Здравствуй, принцесса Холли. Ты веселишься в день смеха? Да, теперь я люблю шутки. Если б няня Плам была тут, она так любит шутки. Я не знал, что няне Плам нравятся такие вещи. Да, у няни очень хорошее чувство юмора. Неужели? Может, нам стоит пойти к ней и рассказать пару шуток? Всем в машину! Да. А теперь посмотрим, получилось ли отстирать пятно. О, корона отца какая-то погнутая. И его обувь вся мокрая. О, нет. А вещи короля всегда были такими маленькими. Они сели! Няня Плам, вещи короля уже чистые? Это мама. Практически, ваше величество. Няня, что же нам теперь делать? Может, если все высушить, то вещи станут нормального размера? Да, Бен. Я их сейчас быстро высушу заклинанием. Но эльф-портной сказал, что нельзя использовать магию. О, ну тогда я воспользуюсь очень нежным, легким заклинанием. Абракадабра, одежда, сушись! Гром и молния, огонь и пламя! Няня Плам, быстрее, дайте мне вещи короля. Наши гости прибудут с минуты на минуту. Где вещи, няня Плам? И что это за запах? Мы постирали папины вещи, но они сели. А потом няня сожгла их с помощью магии. Какой ужас! Папе придется надеть свои старые вещи. Дело в том, что мы и их тоже решили постирать. Что? Хотите сказать, что ему нечего надеть? Ну да. Привет. А где мои вещи? Они почти готовы. Я теперь чистый. Дорогой, няня сейчас принесет твои вещи. От меня так пахнет. Няня, вызывай эльфа портного. Уже поздно. Король и королева Календулы уже здесь. Я делаю игрушечную машину. А я делаю уточку. А я вертолет. А я лодку. А я делаю лягушку. А я кролика. А я делаю робота. О! Я вижу, что у мисс Холли нет игрушки. Ничего страшного, я себе наколдую игрушку. По палочке веленью, по моему хотению. Мисс Холли, магия запрещена в школе эльфов. Только потому, что эльфы ею не владеют. Эльфы могли бы пользоваться магией, если бы хотели, но они этого не делают. А мы эльфы!
Мисс Холли, сегодня вы можете поработать над этой игрушечной совой. Спасибо, старый мудрый эльф. А я пока заберу у вас палочку. Так вы сможете научиться делать игрушки, как эльфы, без магии. О! Не волнуйтесь, вы заберете палочку после занятий. Мальчики и девочки, возьмите в руки молоточки. И не забывайте бить нежно. Здравствуйте, няня Плам. Что случилось, Бен? Я даже двери не успела тебе открыть. Холли может выйти поиграть. Боюсь, что принцесса Холли немного занята. Привет, Бен. Привет, Холли. А у меня новые часы. Ого, это настоящие часы? Да, слышно, как они тикают. Да, Бен, можешь сказать, который час? Нет, сегодня в школе нас будут учить, как это правильно сделать. Да, и я уверена, что ты не хочешь опоздать. Я эльф! Мы никогда не опаздываем! Пока, Холли! Пока, Бен! Хочу, чтобы у меня были часы! Зачем они вам, принцесса Холли? Если бы у меня были часы, я бы могла сказать, который час! Нам, феям, не нужны часы! Есть другие способы узнать, который час! Какие, няня? У нас часы-одуванчики! Вот хороший! Как одуванчик может сказать время? Нужно посчитать, за сколько раз ты сдуешь его семена. Вот так. Раз. Два. Три. Получилось три раза. Значит, сейчас три часа. Я тоже хочу. Раз. Значит, сейчас час. О, няня, а сейчас точно час дня? Не совсем. Это такая игра. Но Бен учится говорить, который час по-настоящему. Могу я пойти к нему на урок? Хорошо. Не думаю, что там будет весело. Когда большая стрелка и маленькая стрелка показывают вверх, это означает полдень. Будет теплый и солнечный ночь. Король чертополох! Гастону уже намного лучше. Чудесно! Пиксийский фунт неожиданно упал. Так же, как и гоблиновский бал. Гастон говорит, что эта передача очень нудная. А как тебе вот это? Эта программа слишком шумная. О, эта программа ему нравится. Смотри, папа, Гастон уже больше не чихает. Если Гастону стало лучше, может, он пойдет домой? Но, папочка, Гастон не может пойти домой, пока там ведутся работы. Он может снова заболеть, и он будет грустить. Да, мы не хотим, чтобы Гастон грустил. Гастон говорит, что вы самый добрый король во всем мире. Спасибо, Гастон. Я пойду посмотрю, что там эльфы делают с твоей пещерой. Здравствуй, старый мудрый эльф. Сколько времени займет эта работа? Как мы любим говорить, в строительстве спешки не должно быть. Может, здесь спешка не помешает? Боюсь, у нас тут слишком много работы, ваше величество. Возможно, это глупая идея. Но вы не пробовали камнем закрыть дыру? Действительно, это глупая идея. Но, может, все же стоит попробовать? При всем уважении, ваше величество, мы свою работу знаем. Вы король, а я строитель. Конечно. Дети, повторяйте за мной. Корзина дай в дорогу. Желе, но немного. Корзина, дай дорогу,
слишком мало. На всех не хватит, не так ли? Нет, надо еще больше. Ладно, давайте так. Корзина, дай-ка еще. Корзина, дай-ка еще. Фью, я уж было подумал, что нам не избежать очередного потопа. Пусть потоп! Мы утонем! Няня, слишком много желе! Спасай, няня! Шазам, шизи! Чудо-пудинг! Сгинь! Няня, помогите! Няня, сделай хоть что-нибудь! Есть заклятие стоп-магия, верное! Но оно только для королевской тревоги. Я объявляю королевскую тревогу. Гром и молния, огонь и лед, волшебство сейчас уйдет. Сработало! Ура! Няня, где продукты? Прости, я отменила всю магию. А значит, и наш волшебный пикник. Как странно. Мои продукты все целы. Они ведь и не были волшебными. И к великому счастью, их хватит на всех нас. Гастон не грустит. Напротив, он очень весел. Что ж, ты будешь еще больше рад, когда заглянешь в пещеру. Гастон! Я же сказала, божьи коровки вечно недовольны. Гастон, скажи, что с тобой? О, боже! Няня, что он сказал? Ему нравилось, каким был его дом раньше. Грязный и захламленный. О, прости нас, Гастон. Не бойся, мы сделаем все, как тебе нравится. Да, мы хорошо умеем устраивать беспорядок. Вот это весело! Паутина здесь, паутина там. Здорово! Раз, два, три, грязную постель на место верни. Грязный носок сюда. И разбросаем леденцы. Чудно, последний штрих, и все готово. Молодцы, ребята. Теперь здесь так же грязно, как и раньше. Ура! А если опять понадобится устроить здесь беспорядок? Не стесняйся, Гастон, позови нас, мы поможем. Да, а для чего же еще нужны друзья? Пойдем, поиграем! Скажи-ка, она умеет летать? Палочка волшебная, но вряд ли она умеет летать. Что ж, но она где-то там. Вот если бы она могла подсказать нам, где ее искать. Подскажет. Не словами, конечно, но моя палочка умеет издавать звенящий звук. Класс! Можешь ее позвать? Сейчас. Палочка! Палочка! Это моя палочка! А звон идет оттуда! Это Галка. Палочка у нее. А Галки любят все блестяще. Она очень высоко. А мама мне не велела так высоко летать. Нет проблем. Я влезу туда. Осторожней, Бен. Не бойся, Холли. Эльфы хорошо лазят. А я же настоящий эльф. Славная птичка. Слушай, ты не могла бы вернуть нам нашу палочку? О, как нам повезло!
Молодец, Бен! Хитростью заставить Галку раскрыть клюв я бы ни за что не догадалась. Да. Эльфы очень хорошо это умеют делать. Надо бежать, пока Галка не придумала, что делать. Ты прав. Вперед, Гастон! Вперед, вперед! Летим! Отойдите, морковь поднимаем. И раз, и два, и три. Классно. Здравствуй, принцесса Холли. Здравствуйте, миссис Эльф. Сюда. Пока. До свидания. Это капустная грядка. Все в укрытие. Все в укрытие. Все в укрытие. 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 А зачем вы раскрыли зонтик? Сейчас мы устроим дождь. Волшебный, что ли? Нам не нужна магия, потому что у нас есть огромная лейка. Надо же! И раз, и два, и три, и четыре! Поразительно! Конечно, поразительно, но ты еще не видела наших томатов. Это наша плантация томатов. Ух ты! Я боюсь, в помидорах завелась тля. О, боже! Зловредная тля обожает поедать наши томаты. Улетайте! Кыш! 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 Ой, они опять возвращаются. Да, вот бы нам найти способ избавиться от них навсегда. Здорово! Гастон смог их прогнать. Ну, точно. Ведь божьи коровки питаются тлей. Умница, Гастон. Ты наш главный борец с вредителями. Можно собрать урожай томатов. Начинай. Привет, Холли. Здравствуй, Бен. Ты выйдешь погулять, Холли? Прости, Флёр. К сожалению, я не могу на поляну выйти. А это почему? Дейзи и Поппи со мной. Так что придется играть во дворе. Ай! Ой, какие они милые крошки. Они вовсе не милые. Чудо, чудо! Хочешь взять мою палочку? Правда она красивая? Нет, Флёр. Киска, кот. О, я вижу, твои друзья привели котенка с собой. Это Флёр. Она дала Дейзи волшебную палочку. Понятно. Убегай, киска. Верни нам Флёр. Ну, а кого из вас превратили в насекомое? Нет, мам, это Гастон, божья коровка. Он должен быть таким. Ах, да, конечно. Привет, Гастон. Так, дети, девочки, еще малышки, будьте с ними помягче. Хорошо, Ваше Величество. И близняшкам ни в коем случае нельзя уходить со двора. Да, мама. Удачи! Да уж, твои младшие сестры – это что-то. Я знаю, они опасные. Так что не давай им палочку, Флёр. Но они такие милые, эти крошки. Я уверена, они не хотели превращать меня в кошку. Мяу-мяу. Ну вот, здесь я храню все, что нужно для ремонта. Клей, краски, кисти. И блестки. Вот здорово. Сначала надо постелить коврик, чтобы мы случайно не испачкали клеем пол. Да. Мы наденем фартуки, чтобы одежда была чистой. Держи. Дальше что?
Мы соединим осколки и склеим их. Вот так. Смотри. Раз, два, три. Все готово! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, починили! Ура! Он выглядел не так. Можно его раскрасить? Конечно! Вот так лучше. Там были цветочки еще. Я хорошо рисую цветы. Вот. Но я помню, раньше он был более блестящим. Тогда мы возьмем блестки. Обожаю блестки. Они такие блестящие. Готово. Ура! Как ты думаешь, мама заметит разницу? Возможно. А может быть, добавить еще немного блесток? Не думаю, Бен. Мы пытались починить, но вышло плохо. Думаю, придется попросить няню Плам нам помочь. Хорошо. Давай пойдем к няне Плам. Принцесса Холли и король Фисл. Это финалисты, Ваше Величество. Это помидор. А, очень большой. А это у нас клубника. Тоже очень большая и красная. Надо сказать еще одну речь. А? Спасибо, ребята, за богатый урожай. Он очень впечатляет. Так. Без лишних слов объявляю победителем помидор. А, может быть, клубнику? Нет-нет, помидор. Папа, смотри, они пользуются магией. Да, и вот так каждый раз. Может быть, нам просто попробовать, который из них вкусней? Отличная идея. Попробуем. Заодно позавтракаем. Сначала салатик, помидор. Объедение. А теперь десерт. Клубника. Вкуснятина. Ням-ням. Они оба очень вкусные. Оба победили. Итак, где же кубок? Я не опоздал, Ваше Величество. Нет, ты как раз вовремя. Молодцы. Отличная работа. Давай играть в другую игру. Да, давай в прятки. Хорошо, мы поиграем в прятки. Ура! Обожаю играть в прятки. Но только, чур, не летать. Согласна, только не летать. Раз, два, три. Не подглядывай. Хорошо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, я иду искать. Бен хорошо спрятался. Здесь нет. Здесь его тоже нет. Бен, дай подсказку. Пожалуйста. Очень холодно. Еще холодней. О! Теплей. Горячо. Горячо, горячо. Попался. Ой, здесь никого нет. Совсем холодно. О, мне ужасно скучно.
У меня есть занятие поинтересней. Вот он я! Попался. Здорово спрятался, да, Холли? Ну, в общем, нормально. Все эльфы хорошо прячутся, а я же настоящий эльф. Теперь я прячусь. Запомни, играй честно и не летай, пожалуйста. Не буду, обещаю. Вот слизняк. Холли, может быть, ты попросишь на сей раз? Только советую кричать погромче, так как слизняки слышат не очень хорошо. Почему так, няня? Просто у них нет ушей. Можно немного слизи земли собрать. Мы не имеем права собирать чужую слизь, не спросив разрешения. Это невежливо. Здравствуйте, мистер Слизняк. Громче! Привет! Мой папа, король, заболел. Нам очень нужна слизь, чтобы сделать лекарство. Можно мы соберем немного в эту банку, мистер? Кажется, он сказал «да». Давай. Господин Слизняк, спасибо вам огромное. Молодец, Холли. Проверим по списку. Капля росы. Здесь, няня Плам. А слизь? Здесь, няня Плам. Так, еще нам нужна отрыжка. А это самое сложное. Вон жаба, няня. Доброе утро, мисс жаба. Вас не затруднит рыгнуть в эту банку? Расслабьтесь, вот так. О, у нас мало времени. Чтобы младенец рыгнул, его гладят по спине. Ладно, я поглажу ее по спине. Кажется, я что-то слышу. Ура! Возвращаемся. Мне можно слезать? Конечно, Ваше Величество. Смотрите, трещина. Ой, папа, ты разбил наше яйцо. Нет, яйцо трескается само. Видите, это птенец. Ой, какой милый птенчик. Чудно. Сейчас мама услышит его зов и прилетит за ним. А я вернусь к работе. Смотрите, птенец идет за няней Плам. Обычно первый, кого видит птенец, это его мама. А этот птенец увидел няню первый. Вот он и думает, что няня его мама. Слушай, я не твоя мама. Птенец голодный. Мама должна дать ему еду. У меня нет еды. А что едят птенцы? Насекомых и червячков. Гастон насекомое. Гастон, может, тебе лучше назад отойти? Нам надо найти червячков. Ну как? Мы их и заманим. Вот так. Они примут это за гром и выползут под дождь. Вон червяк. Ой, он убежал. Давайте, ребята, еще разок. Вон еще червяк.